Блин, знаете, эта игра реально интересная, реально атмосферная, реально классная по-своему. Да, тут графон не как там в новых играх, да, как в Киберпанке, допустим, или в Соме, которые мы уже прошли на канале, кстати. Подсказочка там, подсказка на плейлист в правом верхнем углу будет для вас, да, если вы не смотрели, посмотрите, обязательно, очень классная игрушка. Вот, эта игра по-своему хороша и по-своему красивая и атмосферная. Собственно, что бы я хотел сказать в начале. Для начала, здравствуйте, всех приветствуем, продолжаем проходить Black Book. Да, в прошлой серии мы остановились с вами на том, что мы взяли какую-то пряжку, да, не пряжку, нам осталось только имя и крест найти для подменницы. Для подменницы, вот поэтому усаживайтесь поудобнее, надевайте пледик обязательно, приятного аппетита, кушать, приятного чипика в питье или пьет, да, приятного просмотра. А мы, собственно, продолжаем данную игру проходить. О, привет! Да. Непростая баба эта пряжка. Еще не услышим. Молодец, Вася. Приглянулась ты, колдунья. Лучше и не могла встреч-то наш пройти. Ладно, поезд получили. Теперь решим, что дальше делать. Ну, крест и имя теперь надо раздобыть. Серьезно, что ли? Серьезно, правда? Ну давай, вот креста. Вот с креста и начну. Что может быть важнее? В Енидоре найдете Евдокию Фоковну. У нее, говорят, дочурка. Всего к северу от Чердыни. Икотник, человек, одержимый бесом, и кот. И такие люди могут обладать странными способностями и даже предсказывать будущее. Ну, все выяснили. Да-да. Кто такая икота-то? Интересно нам. Ты чё, не помнишь? Баба из Пакчи приходила, шептали на нее. Из нее черт свершок еще вышел. А, так то икотница была. Ну да, говорил с нами бес и котка еще. Эх, не качайте вы ветры. Ну, давай сейчас узнаем, сейчас все узнаем и посмотрим, посмотрим. Ну, что делать-то? Что там да как? Все уяснили. А, точно, вы же, ребят, не забывайте, вы эту игру можете смотреть с семьей, правильно? Правильно, здесь потому что нет мата, а если он есть, то он либо редко будет максимально, то есть 1, 2, там, максимум 3, может быть, за видео, то есть максимально мало. Если вы скажете, что нет, что очень много, посмотрите там Сому тоже, там, ну, я, конечно, этим не горжусь, но там побольше мата, чем тут, как минимум, в любом случае. Вот, а здесь можете посмотреть с семьей, я думаю, прикольно, почему бы нет. Данную игру, она очень атмосферная и реально такая добренькая даже. По-своему, да, и такая по-своему динамичная и тому подобное. Поэтому, да. Вот, мата здесь нету, либо будет запикан. Поэтому, вот. Так, Енидорша. В Енидоре бабу-то найти. Да ворота там резные, ближе к околице. Ну, все уяснили. А все, а все. Так что тут непонятного? Сходим к икотнице, да крест с нее сымем. Да? Чё тут непонятно, ёбана? Так, пестер с чертями. Работа выполнена. Черт заводит охотников в трясину. Он со смехом вспоминает, как мужик пытался избавиться от лешего, но от беса так просто не избавишься. Ага, так, у меня два, да, есть?
Все, пусть работает. Так, что у нас тут еще с тобой есть? А, у нас с тобой есть точно. А, можем два... У нас с тобой два навыка, скажем, да, есть, да, два умения, наверное. Мы можем прокачать, что у нас тут есть с тобой, собственно, да? Увеличить урон в словах на один, увеличить защиту в словах на один, и класс кумир позволяет заменить одну карту на козырную. Так, дальше. Количество подаваемого, ага. 10% увеличивается количество неиспользуемых предметов вход на один. А, может, вы вот это прокачали, да-да-да? Один раз только. Получить дополнительное слово с приказом. Вот это, кстати, нужная тема, да. Нет, я, наверное, знаете что? Вот это изучу. И еще, наверное, изучу. И вот это с тобой изучим. Так, что у нас здесь? Здесь ничего, здесь, ага, а пояска, вот что мы с тобой нашли-то, собственно. Так, ага. А, с мной опять Колян пойдет? Колянчик со мной пойдет, ё-моё, ну ладно. Так, ладно, давай, знаешь что? Черт. В банях, да избах заброшенных часто нечисть живет. Хозяева уходят, а духов своих не каждый забирает. Рассказывал ты мне про то, как силу колдовскую обрел. Так вот, стал я под паском. Сначала тому-сему подучил меня юродивый Прокопий. Однажды разбежалась вся скотина. А бригадир-то мой пьяным сказался. Как что в водке выпил, не с места. Делать нечего, решил сам скотину ловить. Ближе к полуночи почти всех собрал. А идти-то там через Ростань Михайловскую, сама знаешь, место какое. Иду я, а за мной скотинушка тянется. На Ростань пришел, тут все и завертелось. Вихрь поднялся. Да и что ты думаешь, чертей полезло, видимо-невидимо. Я-то догадался, себя вмиг кругом очертил. А они за кругом так и вьются, каких я там только не увидал. Ну, думаю, задавят. Да вот, не задавили, как видишь. В следующий раз поведаю, как выбрался-то. Спасибо. Что за духи, банники? Спасибо. Спасибо. Соседка в избе. Я вот думаю, что раньше бань-то непростым местом была, до того, как в Бога веровать начали. Это как это, до Бога? А вот так. Раньше духам-хозяевам поклонялись предки-то наши. Пермяки некоторые до сих пор ена с войпелем поминают. Надо нам про чертей этих всем рассказывать. Ну, чтоб людей добрых предостеречь, ага. Все знают, да не все верят. Что дальше собираешься делать с невестой-то новой? Ну, хозяйство заведем. Народ села на помощь соберу. Ну, избу-то я выстрою. Да какую барскую. Детишки пойдут. Заживем. А за невестой, если банница явится? И хорошо,
Теща всегда в избе рады. У тебя, похоже, теща самая лютая. Как ты крест-то свой получил? Да пустяк. Ага, нет такого креста, который за так достается. Ладно, расскажу про один случай. Были мы под местечком, Плевна называется. И что-то поддали там жару враги. Бесов повстречал? Ага, похуже. Пушки так гремели, что все черти разлетелись. Видать, к нам на север все и прилетают прятаться. Ну так вот, стал перед нами редут. И никак. Редут? Вроде как укрепление такое, боевое. Никто подобраться не может. А ты, Коля, удалой. Да ну у тебя, слушай. Мне-то, видать, Бог помог. Я пробрался с фланга, ну и нашел бочки с порохом, поджег их. Они и взорвались. Пожар начался, еще там какие-то запасы были. Много врагов там погорело. До сих пор их крики слышу. Так до смерти и будут в ушах звучать. Сам чуть там не остался. С тех пор, как на огонь взгляну, так тут же тот редут вспоминаю. И те крики. Крест мне по кровавой реке приплыл, Вася. Ну вот, довольно? Теперь ты про огонь-то понимаешь, небось? Эх. В путь уж скоро. А ну пошли отсюда, угланы страшарые, пока я вас гоном гнать не начал. Заметил. Погоди, может, они по делу пришли? Ну, с чем пожаловали? Ох, Василиса, мы тут страх такой видели. К западу от Енидора изба есть жуткая. Так там точно нечистый живет. Это почему это? Ну-ка как? Раньше, говорят, там все гулянка какая была, а сейчас заброшена, как могила. Сами видели. Ну-ну, сами в могилу угодите, если без дела шататься будете. Бежим! Несмотря на поздний час, торговля продолжается, и еще можете успеть купить что-то в дорогу. Небольшой расход! Подходи, народ! Покупай добро и травы, чтобы жизнь пошла на славу! Небольшой расход! Покупай добро и У меня найдешь ты, дева, знание и разумение твоей книги и всякой...
Вижу, что ты девка-то непростая. Тогда... Так, это понятно. Это что? Да нет, это выгодная хуйня. Вот это вот интересная тема. Ну, давай эту тему закупим. А, все, что ли? А, да? Ну ладно. Вы сбились с пути и вышли на знакомую дорогу гораздо западнее, чем планировали. Здесь вас встречает оборванный человек с гнилыми зубами и мутным взглядом. Вы понимаете, что это разбойник. Ночные путешествия по Пермской губернии порой опасны не одной нечистой силой. В тишине раздается его хриплый голос. Э, чё тут у нас, девка? Али чё? Ладно уж, отпущу невредимой, коли отдашь все деньги. Иди ты. Ага, щаска. Не знаешь, с кем повстречался. Молись теперь, чтобы ноги унести. Поехали. А, он деньги будет? А, да? Окей. Ок, чел. Что это делается вот так вот? Один раз. Еще вот так тебе вдогоночку. Бан. А, да? Сколько тебе? 25 там, да, у тебя? Да, 25, значит. В защиту идешь? А, да? Да? Правда, что ли? Кто тебе даст эту защиту? Сюда тебе бан. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну все. О, подожди-ка, чё? А, сбежать с поля битвы хочет. Ага, да? Мальчик, ты знаешь? Что у меня здесь очень... Вроде как была... Очень интересная штука. А, у меня ее нет, что ли? У меня ее нету. Десятка. Еще раз поехали. 11? Ну ладно. Одиннадцать.
Ты думаешь, что шаришь, да? Девятка, да? Это делается очень просто. До свидания. Вот так вот и выигрывается все. Тенистый овраг усеян разнообразными травами. Среди прочей растительности выделяется... Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить. Погнали вот сюда. Сгоняем, посмотрим. Сосновые ветви заглядывают в пустые окна заброшенной избушки. Вас охватывает неприятное чувство тревоги. Не зря говорю. Вы протискиваетесь сквозь приоткрытую дверь и смахиваете паутину. В сенях темно и пусто. От давящей тишины у вас по коже пробегает мороз. Вы заходите в избу и замираете в ужасе. Под исцарапанными когтями красным углом лежит иссохшее тело человека. Рядом с ним валяется гармошка, словно растерзанная диким зверем. Вы осматриваете избу и гармониста. В его кожаном кошельке есть несколько рублей. Вы рассказываете о мертвом гармонисте в ближайшей деревне и отдаете деньги на похороны и отпевание. Крестьяне рассказали вам, что несколько лет назад этого умелого музыканта увезли среди ночи на какую-то вечерку. С тех пор его никто не видел. Понятно. Это жесть. Осуждаем такое. Вы пробираетесь сквозь лес. Угрюмые деревья нависают со всех сторон, а из мглы доносятся какие-то звуки. Вы замираете в страхе, заметив двух чертей у разрытой придорожной могилы. Они вскрыли гроб и теперь неторопливо сдирают кожу с трупа. Преодолевая отвращение, вы открываете черную книгу. Ну, погнали. Подожди. Девять. Ну да, так потихонечку. Давай на второго.
Вообще будет больно. Все, мальчик, до свидания. Ну а так, чипы два снова. Вот он два или один, два или три хп останется, наверное. А, ну все, до свидания. Разделавшись с бесами, вы осматриваетесь. От могилы в лес идет узкая тропка. Кажется, вы слышали про это место. Заросшая дорога ведет к старому кладбищу. Надгробия, торчащие среди деревьев, укутаны сырым туманом. Вы оглядываетесь по сторонам в ожидании нападения. Но все вокруг словно замерло. Вам повезло, копальщики недавно вырыли могилу. Она чернеет голодной пропастью, пока не занятая. Вы набираете немного свежей земли в мешочек, нашептывая заговоры. Она усилит ваше колдовство. Вы прогуливаетесь по заросшему кладбищу, осматриваете надгробные кресты и размышляете о смертях, которыми создан этот город мертвых. Возможно, и раньше были икотницы, может, даже покоятся на этом кладбище? Вы читаете молитву за упокой душ, что лежат на кладбище. Не слышно ни звука. Вы успокаиваетесь и переводите дух. Раздается хлопок кнута. Это черт гонит в ад сжавшуюся от боли душу. Вы останавливаетесь в нерешительности. Стоит ли душа грешника того, чтобы сражаться с нечистой силой? Вскоре хлопки кнута стихают вдалеке. Наверняка. В тенистом овраге лежит огромный камень. На нем есть отпечаток ноги, который сейчас наполнен предрассветной росой. Валун устав... Вы пьете священную воду и чувствуете прилив сил. Перед вами возникает болото. Сырая земля хлюпает под ногами, становится холодно и неуютно. Внезапно из болотной топи вырастает белый призрак теленка. Он смотрит на вас и не сходит с места. Вы читаете защитный заговор, и призрак исчезает. Уже произнеся заклинание, вы понимаете, что теленок был кладом. Нужно было его ударить, чтобы он рассыпался монетами. Вы замечаете горящий взор чертей в болотной осоке. Возможно, явились стражники сокровища. Возможно. О, добрый вечер. 8:05. Ага.
Что, мальчики, let's go. Ну пусть будет так. Что сначала добьем, потом. Ой, сейчас будет больно. Десятка. Вот мы почти и дошли. Енидор укрыт звенящим предрассветным туманом. В гулкой тишине раздаются звуки просыпающейся деревни. Вы быстро находите избу Евдокии Фоковны по указаниям деда Егора. Николай стучит в резные ворота, и вскоре к вам выходит хозяйка дома. Евдокия Фоковна, Бог в помощь! Бог в помощь! Помогай, Господь! Вы кто такие? Я вас не звала! Пришли мы с дочуркой вашей поговорить. Ага! Награиться хотите над акулинкой моей? Не бывать тому! В покое икоту оставьте! Не до смеху нам! Мы помочь хотим дочери вашей! Помочь? Чей-то многие пытались, да ни у кого не вышло! А с чего у вас должно? Понимаю, как страдает акулина ваша, поэтому и помочь хочу. Знаю я одно средство. Ха, ладно, хуже уже не будет, некуда. Совсем икота девку мою замучила. Акулина прячется по ночам в старой церкви Преображенской. Там икота меньше донимает, вот туда и идите. Спасибо. Не переживайте за дочурку, споможем ей. Ну дай-то Бог, дай-то Бог. До свидания, Евдокия. А почему у него красный отпечаток-то? Ты видел? У Коляна-то. У Коляна красный отпечаток на руке. На руке красный отпечаток. Что, бля? Что, бля? Что это просто? Что это? Ну ладно. Мрачной тенью возвышается старая Спасо-Преображенская церковь в сумерках, окрашенных алым рассветом. Над вами безмолвно нависают деревянные купола этого здания. Сотни лет и десятки поколений прошли под его сводами, и вы чувствуете древнюю мудрость, что накопилась в величественных стенах строения. Так, где-то здесь что там? Опа! Опа-на! Сюда... Икона валяется. С паперти кто-то скинул и разбил. Негодяй вообще. А, да? А, то есть... Сквозь него ходим. Ну ладно. Так, ну здесь вроде уж ничего такого нету. Деревянные купола серебрятся в рассветном солнце. Ой, стой. Старые ступени ведут внутрь церкви. Поверить не могу. Старые ступени ведут внутрь церкви. Мороз по коже. От того, что и кота тут сидит, наверное. Иконостас частично разрушился, будто здесь разбушевался северный ветер. Царские ворота покосились и более не препятствуют входу в алтарную часть. Кажется, что часть икон вырвана намеренно. Некоторые повернуты к стене.
Деревянная скульптура выглядит торжественно и загадочно. Иконостас частично в тусклом свете вы различаете груду тряпья, среди которой лежит икотница Акулина. Кажется, она еще спит. Девочка то и дело вздрагивает от кошмаров, которыми ее мучает поселившийся в ней черт. Вы окликаете девочку. Она вздрагивает, вскакивает на ноги и забивается в угол алтарной части. Даже в зловещем полумраке вы замечаете, что у нее дрожат руки. Кто вы такие? Пожалуйста, не обижайте меня! Не боись, Акулинушка. Мы тебе не навредим. Меня Васей зовут. Это Коля. Мы помочь хотим. Слыхали, в тебе икота поселилась? Да, бесяк засел. Мучает меня. Можем мы с ним поговорить? Я Прошке не хозяйка. Он сам вылазит, когда вздумает. Расскажи про черта своего. Так что рассказать? Иногда вылазит, кому поворожить может. А ребята дразнят меня. Девочка начинает тихо всхлипывать. Нужен нам для дела крестик твой. Выменишь нам его? Да как я без креста-то буду? Меня тогда Прошка совсем изгложит. А я тебе свой отдам. У меня два есть. Один при рождении даден, другой на поле брани. Мы можем прогнать икоту. Прошку? Правда можете? Но он сам не вылезет. Ничего. Думаю, я знаю, как привлечь его внимание. Нужно рассердить икоту, чтобы она явилась из Акулины. Как же разозлить именно этого беса? Не случайно иконостас тут испорчен. Да и икону у входа я заметила побитую. Видать, не любит их твой Прошка. Да, он меня заставлял иконки-то портить. Я круг начерчу и начнем. Вы усаживаете Акулину перед иконостасом. Николай поправляет иконы. Вы начинаете читать заговор, который учили довольно давно, но память вас не подводит. Гулким эхом звенят величественные слова заклинания. Вы почти заканчиваете ритуал, но Акулина внезапно толкает вас. От неожиданности поток магических слов прерывается. Девочка начинает биться в припадке. Из нее выходит икота. Бесогон и называется. Да этот заговор вообще устаревший. Зачин уже не тот все используют. Что же ты за векшица такая? Старомодная. Царство Иисусово! Вообще невежливо при нечисти такие царства поминать. И уж тем более где иконы кота? Выставлять. Где кота? Ненавижу иконы. Так ты и есть бес икоты? Ну я и что? На кота похож, красавец. Кого ожидали-то, лягуху? Зачем в Акулине сидишь? По что девку мучаешь? А не твое дело. Ну, с другой стороны, делать-то особо нечего. Могу и рассказать. Да нет уж, про другое спрошу. Крест нам нужен, Акулины. Да слыхал я уже. Мне тоже много чего надо. Давай так, ведунья. Одолеешь меня, и я тебе и крест отдам, и из девки вылезу. Да нет уж, про другое спрошу. Ты чё иконы-то не любишь? А много ты бесов видала, которые любят, а? Может, церковь открой? Свято-чертовскую. Ты девка умная? Догадалась, что мне иконы не нравятся. Они меня бесят. Я вообще не против этой новой церкви до чуда. Да можно и без икон обойтись, нет? А рисуночки? Не мое это. Аж в дрожь бросает. Зачем в Акулине сидишь? А не тва... Ну, с другой стороны, делать-то особо нечего. Ага. Я нечисть-то изучаю, так интересно. Да что тут рассказывать?
Енидор-то раньше богатым погостом был. На родниках. В церкви вот этой заказывали купцы благодарственные молебны, когда с северов возвращались. Я вообще суседил в этой церкви раньше-то. Откуда в церкви суседки? А к чё не может быть в церкви, думаешь? В заброшенных и пострашнее бесы водятся. Чем я хуже-то? Ну а сейчас чё? Ни людей нет, ни в церкву никто не хаживает, только в каменную идут. Я со скуки в окулинку и забрался. Не хочешь в покое эту девку оставить? Ну, может, и оставлю, коли одолеешь меня. Крест на... Давай так, ведунья. Хорошо. Будь по-твоему, Прошка. Ну, держись, Василиса. Давай, давай, ёпта. Что? Ой-ой-ой. А, есть... да? Прикинь, ты понял? Если вы убьете существо с этим статусом, то проиграете смертельное здоровье. Ну ладно, let's go, чё. Так сделаем с тобой. Let's go. Оберег увеличивает... увеличивает на... понятно. Ну, нам сейчас её, главное, не трогать, короче, да? Просто хилиться с тобой. Двадцать! Мальчик, ты чё? Мальчик, мальчик, успокойся. Сейчас будет очень больно. А, поглощение урона. Красиво. 18, да, значит? На меня, значит, да, 18. Сразу let's go, раз. Бан. Ну как такого? 18 снова, да? Блин, а можно мне щит? Угу. Сейчас мы тебя добьем, не парься.
Бан. Бан. И бан еще один. Босс такой нормальный там. Я вижу, что пять. Пойдите прочь от моей акулины. Изыди, бесяк проклятый. Че он там? Ну, сейчас он нужно добивать, а понятное дело. Где она? Ох. Сейчас нужно его прям нормально так хорошенько фигануть. Сейчас бан. Бан. Еще раз бан. Да, 98 хп. Да. Теперь его нельзя трогать. Как я понял, его нельзя трогать теперь. Че он там? А-а-а-а! Слышь ты, 20 хп? Что там? Его полностью в защиту уходить, да? Потому что если он будет атаковать, я чувствую. Семнашка, да. Ну а чисто в защиту уйдем с тобой. Почему бы и нет? Так, добрый вечер, да, значит, у нас начался. Раз. Два. Нет, давай, знаешь, как сделаем по-другому. Это мы уберем. Вот так пусть будет. Дружочек, пора бы тебе вот это вот накинуть, я думаю. Есть что-нибудь с броней связано? Попробуем. Раз. Два. Три. Ой-ой-ой-ой-ой. Он там. А, опять? Ну все, можно вообще прям хорошенечко. Надо было его сохранить, ладно.
По-хорошему, он сейчас прямо хорошенечко прям по нему пройтись. Прям очень хорошо по нему нужно пройтись. Но с другой стороны, нам лучше бы... Ну, тут нет пока, тут... Тут защита нет. Сейчас нам следующая должна быть защита быть. Как минимум. Угу. Сложный, сложный. 20 хп. Я пока себе по чуть-чуть тоже буду накидывать. Пока в защиту уходим, пока в защиту уходим с вами. А, то все можно фигачить, все, а то. Сейчас нужно защиту уходить, да? Да, по-хорошему. То сейчас будет очень больно. Хотя мы выдержим, я думаю. Что там мальчик говорил? Просто по пятерке фиганем и все уже. Чё тут париться-то? Не пойму. Заберусь я в девку и не достану. Не уйдешь. Есть на тебя заговор.
Путненький пока. Что-то такой долгий реально босс. Ой, что сделал? Не те кнопки, короче, нажал случайно. Сейчас он будет атаковать, да? Двадцатка, да? Да ты надоел! Очень-очень тоненького сейчас играем. Очень тоненького. Чон. Поехали. Да, там будет. Ух,
Мальчик, ты понимаешь, что все, бебе. Еще вот так тебе, ем. А, у него одна. Опасно, очень опасно сейчас. Сколько? Три. А, нет, я не то сделал. Все, мы еще проиграем. Мы еще проиграем. Да, я забыл, что я этого. Нашего хорошего напарника. Ну, награл. Давай сразу вот так вот. Просто накинемся на него. Бан. Блин, это будет долго, конечно. Факт одними и те же, одними и те же ходит, ну, по факту. Ну, он как раз хватит. Он атакует, потом с утем будет делать. Поехали. Раз. Да. Сейчас он установит хпшку еще.
Классно, вся защита ушла просто в никуда. Так, ну а защиту пойдем еще. Поехали. Добрый вечер. Блин, сейчас бы, конечно... Нет, вот это я сейчас сделала. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Заберусь я в дед. Не уйди. Кстати же, да, у меня же вот эта тема есть. Поехали, мальчик, давай. 18. Сейчас, подожди. Сейчас добрый вечер к тебе пройдет. Давай я сделаю сейчас вот так вот.
Интересно. Я все всажу туда. Сейчас мне одно хп должно остаться. По идее. Одно хп осталось. Теперь мы делаем вот так вот. Так вот. Все, сейчас его лучше не трогать вообще. Сейчас тупо в защиту уходить. Я пока потихонечку буду восстанавливать. 1000 делаешь? Нормально. Ну все, мальчик, до свидания, сейчас будет тебе. Два хода еще нужно потерпеть. Два. Погнали, чё. Раз. Два. Три. Четыре. Всё, МВБ. До свидания сразу же, всё. До свидания. Ура! Мы выиграли. Стой. Не добивай меня, Вася. Давай так. Я из Акулинки вылезу, а к тебе в услужение пойду. Пригожусь, вот увидишь. Мучить не буду, только помогать. Взять тебя с собой? Да у меня и так стая чертей есть. Я не совсем черт. Я помогать буду, суседить в доме до чуда. Суседки-то у нас нет. Может, и не такая плохая эта затея. Что дед-то только скажет. Ладно. Возьму тебя. Но смотри у меня. Без шуточек. Прошка вылезает из Акулины и запрыгивает вам на левое плечо. Затем исчезает во всполохе черного пламени. Девочка падает без сил. Ее лицо выглядит спокойным и умиротворенным. Прошка больше не будет портить ей жизнь. Вы меняете крест Николая на крест Икотницы. Распятие выглядит старым и гнилым. Влияние нечисти не прошло для него бесследно. Вы надеетесь, что скверна не тронет душу Акулины? В принципе, я думаю, можно заканчивать серийку-то. Крест теперь есть. Давай мы с тобой на этом сохранимся. И правда, что сделаем, это закончим эту серию. Спасибо за просмотр, ну, такая серия была. Блин, интересная игрушка, все интереснее и интереснее. Жесткий был босс. Напиши в комментариях сомнения об этой серии вообще и, в принципе, об игре. Если ты проходил или смотрел прохождение, пиши, мне будет очень интересно посмотреть. Только без спойлеров, пожалуйста. Все, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Такая серия была. Все ссылки в описании. Поспешись, поставь лайк, тебе не служит, мне приятно. Это реально огромная поддержка мне. Спасибо заранее, кто это делает. В принципе, все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте, не теряйтесь, ребята. Скоро столько будет контента. Ебанешься. Давайте.